Всем привет на канале Блог Художника. Сегодня у меня покатушки по Нью-Йорку. Еду через Бруклинский мост с Бруклина в Манхэттен. И ухожу вверх по Манхэттену до Центрального парка. Сейчас вот я выбрался на такую набережную с видом на Манхэттен. Потрясающий вид. Одно из моих любимых мест — это вот эта вот набережная и вот эта вот смотровая площадка. Красивое место, богатый район, дорогая недвижимость, чисто, ну, кроме сухих листьев, что только радует глаз. На самом деле, я не очень люблю, когда убирают сухие листья, но самое главное, не валяется мусор. В обычном его понимании. В моем районе очень много мусора. Вот он. Бруклинский мост и Манхэттенский. Вот такая вот офигительная горка, чумовая горка. Главное, сильно не разгоняться. Выявилась проблема — слабые задние тормоза. Вот прям выжил на полную и кое-как затормозил. Шикарный вид. Шикарный вид на Бруклинский мост. Это просто что-то колоссальное. Конечно, при дневном освещении мне он нравится больше. Итак, начинаются велодорожки. Я, по-моему, нарушил. Шикарный парк. Езди, бегай, гуляй. Сейчас выйду на смотровую площадку. Огромная спортплощадка. Можно играть в волейбол, баскетбол. Шкафчики для хранения. Питьевые кранчики. В общем, все для того, чтобы проводить время с удовольствием. Не знаю, насколько это бесплатно.
А там раскинулся целый парк. Пирс номер 4. Шикарный парк. Можно прийти с семьей погулять. Тоже всегда чисто убрано. Вон набережная, смотровая площадка, с которой я только что приехал. Это вот люди ждут паром. Паром, да, Роковые, там, где я серфую обычно. Такой вот двухэтажный паромчик. Тоже стоит прокатиться, стоит всего 2,75, примерно за 40 минут пути. Ну, 40 минут, час. Вот поверьте, это того стоит. То есть по цене кофе в Старбаксе вы можете прокатиться на таком пароме. Там есть Wi-Fi, там есть кафе. Такое скромное, типа можно заказать кофе или взять что-то попить. Самый лучший вид, конечно, это вот на второй площадке, на верхней. И вот сзади. Особенно, когда начинается болтанка, это просто незабываемо. Ну, а сейчас мы едем вместе с вами на Бруклинский мост по ночному маршруту. Я здесь уже ездил. Днем, конечно, совершенно другая атмосфера. Хочу обратить ваше внимание вот на такие вот штуки. Полозья для велосипедов. Очень удобно. Не надо таскать велосипед на себе. Бруклинский мост во всей красе.
что, погнали дальше. Шикарный вид, не хочется уходить отсюда. А что делать? Шикарное место. Деловая часть Манхэттена. Невероятно красиво. Ну что, погнали? А вон чувак не парится вообще, едет посередине дороги. Машина, не машина, вообще ему пофиг. Да, это Чайна-таун, я не знал, что это так близко. Расстояние на велосипеде, конечно, значительно сокращается. Чайна-таун — это, конечно, отдельная тема, заслуживающая внимания. Очень крутое место. Hello. Hello, yeah. Can I get this one? This one? Yeah. Open it. Okay. Такая вот классная штука. Кокос. $7 first. Thank you so much. При вас его вскрывают и можно пить. По вкусу сладкая водичка намного лучше, чем Пепси или какая-то другая газировка.
черт побери. Страхово. Так, это 6-я авеню, а я ушел на какую-то боковую. Так, это я доехал уже до ВС-4. А сейчас я вам покажу очень такую маленькую пиццерию, где пицца стоит, как и во многих местах, по доллару. И в свое время я там закупался практически каждый день. Тоже вот мувинг, переезд. Одна из тяжелых работ Нью-Йорка. Итак, вот станция West Fork. И здесь продают 99 Fresh Pizza. Ну, как всегда, ее всю раскупили. Тарелки пустые. Ладно. Вот, кстати, судьба велосипедов, если от них что-то отвинчивают. Оказывается, слева была велодорожка. Кто б знал? Стихийный блошиный рынок. Еще ни разу я не нашел здесь ничего ценного и ничего. Вот оно, любимое место для перекуса — Two Brothers Pizza. $1 за слайс, $1 за соду, $3 за, ну, простите, 2,99 за 2 слайса и соду. Понятное дело, что за мануха 1 цент ничего не решает. А,
Let me get two slices and soda. What soda? Coca-Cola. Coca-Cola? Yeah. Thank you. Что я со специями переборщил. Здесь очень популярны сити-байки. Здесь очень популярны электровелосипеды. Обратите внимание, что если вы турист, вы можете купить контрафактные сумочки прямо на улице. Не понял, что у меня там семафорит. Ну ладно. Всякое бывает. Наверное, я должен был его пропустить. Ну, собственно говоря, вот такой вот выпуск в дороге получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если хотите следить за обновлениями на канале, подписывайтесь на канал. Если вам нравится такой формат видео, как покатушки по Нью-Йорку, пишите свои комментарии, что бы вы хотели увидеть. Всем спасибо за просмотр. Пока!